Всем привет, с вами Мила, и мы продолжаем играть в Киберпанк. Делаем задание Нимфа, которое начали в прошлой серии, но продолжаем сейчас. Вот. Нам нужно попасть в затопленные туннели. Жесть, ну и клоповник. Какой ты нежный, Джонни. Рид, прием, я в коридоре, как слышишь? Очень хорошо, я тоже на позиции. А, нет, подожди, черный и красный, да? Блин, я же нимфу хотела делать. Ладно, значит, сделаем черный. Почему? А, у меня скинулось, потому что я делала угон. Поэтому у меня скинулось задание. Ну ладно, сделаем черный и красный. Это не конец еще сюжета, я надеюсь. Так, и чё? Надеть гидрокостюм перед погружением, мать. Ну, блин, ладно, уже раз начала этот квест, будем его тогда делать. Так, гидрокостюм это... Ой, вот этот. Вот этот, да, наверное? Окей. Поплыли. Я под водой. Хорошо, ищи путь на ту сторону. Тут ни черта не видно, я пока похожу вокруг отеля, разведаю обстановку. Скорее всего, Ханс приказал залить эти туннели, не хватало людей сречь. Все проходы здания. Блин, это как его... Собиралась я, конечно, этот квест делать, но что ж теперь поделать? А что ж теперь поделаешь? Нашел брешь периметр, скоро буду внутри, конец связи. Это же мы в здании, вот как в отеле или куда-то. Хорошо, у меня нет клаустрофобии. Что, у меня нет клаустрофобии? Да, это хорошо. Я прочитал маршрут, по которому ходят патрули и понял, как пробраться между ними. Так, а я здесь не пролезу. А куда мне дальше-то? Ай, блин. Да, походу. Мне, наверное, потом надо будет переодеться. Нужно я ходить в этом гидрокостюме. Правильно? Так, а дальше куда? Это куда-то вон туда. Или хрен пойми куда. Подожди-ка. Там какой-то ящик. Это не совсем то, что мне надо, но здесь вкусняшки. Здесь вкусняшки, так. Я думала, что мне все-таки куда-то сюда. Наверх мне. Попасть. Наверное, отсюда. Здесь дверь завалена, здесь я никак. Дверь завалена, здесь я не... Пролезу. Куда мне дальше? Я что-то не совсем понимаю, куда мне дальше. Тут еще темно, блин. Да, не видно. Надо открыть какую-нибудь. Я ничего здесь такого не...
Ах ты, ёж-моёж. Понять куда. Серьезно. Здесь все закрыто. Пришла я откуда? Ну, короче, я потерялась, скажу вам вот так вот честно. Это я назад иду. Подожди. Назад. Я вроде здесь не была. А может был. А может не была, хрен его знает. Одно ясно точно, я потерялась. А еще сейчас, если застряну где-нибудь, будет вообще печально. Так, что-то я это. Я не могу понять. Ну, заплыви ты туда. Это просто машина. А ты серьезно? Наверное, по вот этим проводам надо идти все-таки как-то. Они, наверное, показывают. Я по ним как бы и шла. По этим проводам. Но дальше тупик. Дальше как бы тупик. Вот что. Надо что-то где-то сделать. Я бы показали. Раз, приехали, блин. Ну вот провода. Они уходят куда? Туда. Эй, идем по ним. Вот, потом они идут сюда. Здесь я обезвредила. А, вот сюда, наверное. Ну, не заметила я этого прохода. Заметила. Корица на shift. Так, вот провода, да? Мобильная платформа. Панель управления. Так, вот провода. Чё и куда? Ни черта не видно, блин. А, вот. Да, наверное. Что там было? Ну, что-то было. Что-то было там, короче, написано. Да, наверное. Или я возвращаюсь? Да, господи, мелкая, как всегда, вовремя приходит. Как всегда, вовремя отвлекает. Вы бы знали, как я это все записываю, блин. Каждые полчаса отвлекаюсь. Что сделать? Платформу какую-то опустить. Какую платформу? Что-то я... Куда я вообще иду? Я не совсем понимаю. Я иду по проводам, как бы. Так, подожди. Это я вернулась, что ли? Ай, зачем я вернулась-то? Я пошла по проводам, но я пошла по проводам назад. Это я молодец, хорошо. Это я красава, конечно. Взяла, пошла, короче, по проводам назад. Это надо вперед. Нужно отключить платформу или что-то он сказал? А, пустить платформу. А как мне это сделать? Как мне это сделать-то? Как я это сделаю? Мне же надо забраться сюда каким-то образом. Она как бы не может. Не может. Ой, а что ты сразу не могла сказать, что ты можешь? Ну, серьезно. Я ж попробовала вроде залезть, не получилось. Так, а что? Дело? Так. Дальше что?
Я же нажала кнопку. Что дальше? Ну, опустить платформу с помощью панели управления. А я что, не опустила? Я же кнопочку нажала. Ой, платформа-то. Вот эта кнопочка. Все ясно. Это все. Так, я пошел через блокпост, подхожу к воротам склада. Все, этот квест будет на час, а то и больше, да? Дальше куда мне? Проплыть по туннелям? Как-то это все прям очень сложно. Подожди, по каким туннелям? Ты че мне мозг лопаешь? Не знаю, короче, наверх ползу дальше. Дальше видно будет. Еще выше? Я вот точно здесь... Так, ну здесь я залезть не могу. Так, мне бы переодеться, или мне еще плыть придет? Ви, ты там? Ага. Чтобы раскладывать задачи, зачистить территорию открытых с другой стороны. Мне плавать больше не надо будет? Можно я переоденусь? Подожди. Что я не хочу в этой хрени. Ой. Ё-моё. Как снять? Как снять-то? А, действительно невозможно. Ой, как все тормозит, это просто капец. Что с этой игрой не так? Что с ней не так? Почему, когда я захожу и выхожу в меню? Что это? ППС так проседает. Понимаю вообще. Так, ну здесь подразумевался стелс, но... Стелс это скучно. Стелс это скучно, а вот пострелять, да, это весело. Так, 7А. Даем. А. Э. Да ты издеваешься, БД и 9 нету. Ой, короче, уже. Так. Переключаться между камерами, чтобы найти Рида. А как переключать? Как мне его найти? Сканировать? Ой, как я не люблю вот это. А чё, всего две камеры, что ли? Где я его тут искать-то должна, алё? Следующее устройство 3. Где мне его искать? А, вот он. Дальше что? Как обстановка? Вижу ворота двух охранников. Я думаю об охране, просто открой ворота. А, как? Выйти? Выйти можно отсюда? Как я открою ворота? А, прям отсюда? Нифига себе.
удаленно. Так, один сейбл. Here you go. Добро пожаловать. Вот он стелс. Я поеду наверх, у меня есть доступ к лифту. Подтягивайся, я тебя там встречу. Принято. Пойти в лифт и доехать до технического этажа. Воу! Я вас не ждала, ребята. Это вы такие неожиданные. Я же вас вообще не ждала. Да? Так, куда мне? Технический этаж. Будь начеку, мы в волчьем логове. Этого? Хансона? Этот человек неоднократно посылал на 3 буквы новые штаты Найт-Сити. Его давно должны были прикончить, а он живет и правит целыми районами. А, целым районом. А, значит, боишься. Хансен может делать здесь, что захочет. Это факт, который нужно признать. Кто не говорит, что его надо бояться? Это место, с которого меня видно. Нейтрализуй всех, кто может представлять угрозу. О, это мы без проблем. Поэтому сюда, пожалуйста. Это обращайтесь. Это только скажи, я всех реализую. Кого надо, кого нет. Обезвредить снайпера. Просто вручную. Я сняла снайпер, заняла его позицию. Отсюда хороший обзор, все как на ладони. Прикрывай меня, оттуда это будет делать проще. Что новый позор? Так, это у нас кто? Идет настройка введения огня невозможно. Вижу, что делаем. По возможности нас сделать все тихо, если заметишь на моем пути охранников, сразу сообщай. Ясно, босс, если что, у винтовки есть глушитель. Надо бы осмотреться. Расканить окружение, выяснить, что может представлять угрозу. Передо мной много групп охраны. Принято, убираем всех по очереди, желательно так, чтобы никто не заметил. Тут полно камер, мы получу к ним доступ, когда снайперская система закончит настройку. Хорошо, это может пригодиться. Вижу снайпера чуть дальше впереди. Он пока нам не угрожает, займемся им потом. Так, найти место встречи. А, вот это. Вижу контейнеры, могу пройти по ним на твою сторону. Да, тоже увидел, сейчас сделаю тебе мост. Тут рядом служебный лифт, поедем на нем месте. Так, сначала надо туда добраться, прикрой меня. Так и завершена, включен режим ведения огня. Ничего не вижу, все чисто. Хорошо, иду. Выяснить, что представляет прямую угрозу для Рида. Да я не знаю, что для него. Можно камеры вот выключить. Я чуть не наступил на мину, надо предупреждать про такие вещи. Ну блин, я не видела. Но разряжен, у меня нет возможности следить за всем, ты должна меня вести. Да как я тебя буду вести-то? Я стараюсь. Так, подожди, там был ящик какой-то.
Вот турель, например, ее можно. А, я ее отключила. А, вот этот чувак. Можно его форматнуть. Это Цитугима. О, молодец. Чё я это сделала, скажи? Да я молодец, конечно. Подожди, я ничего не понимаю, что ты говоришь. Я думала его форматну, чтобы обезредить, типа. Это не была прямая угроза, судя по всему. Да, блин. Я капец меткая вообще. Такая же, как они. Такая же собака, как они. Где там еще кто? Я никого не вижу. Вроде никого не было. А, или вон там. Я вроде всех... Тяжелая артиллерия. Давай без тяжелой артиллерии. Подожди. Давай я его замкну. Ой, ко мне дроны направляются. Вообще шикарно. Уже не мечтала. Где какие дроны? А, отстань! Блин, вот это я зря, конечно, сделала. Он бы... Если бы я того чувака, наверное, не убила, он бы спокойно прошел и все. Берись, не спускай меня с меня глаз, да я смотрю. Где я, какая поддержка? А, эти дроны, что ли? Честно, направляясь к посту. Ну ладно, постреляли зато, подумаешь. Зато весело было. О, теперь это моя пушка. Класс. Теперь это моя пушка. Класс. Так, мне куда? Мне сюда. Пускай мост может идти. Да, профессионал, мы подняли слишком много шума, но отступать некуда, за мной никто. Ой, да ладно, чё ты подумаешь? Шум, шум. Сейчас, подожди, я тут взломаю. Шум, это же весело, это же задорно пострелять и всё так. Так, 1С, БД. Да, БД же ты, ёж-моё ж. Что-то как-то взламывать стало тяжеловато в последнее время. Мы почти на месте. Да неужели? Что-то лицо у тебя бледное. Нормально.
Да-да, не, ты же сегодня чуть не утонул. Ты точно справишься? Справлюсь. Ты меня сканируешь? А, кортизол подскочил. Не, Ричи, это так, все со мной в порядке. Ну что, с Соби и Алекс тоже так же нянчился? Иногда. А сколько заданий ты выполнил, примерно? Больше, чем тебе лет, это уж точно. Просто учти, что мы идем в гости к местному тирану. И нам нужно выйти отсюда с его главным трофеем. Пора наряжаться. Эти красоту попробуй изобретить правдоподобную улыбку. Гости ждут. Сильный костюм. Надеть вечернее платье, ты серьезно? Ты сейчас серьезно? Так, ладно, вечернее платье. О май гад, ну какое же это платье? Это костюм. Ничего так, в принципе, стильненько. Все такие блестящие, мы готовы. Присоединиться к гостям. Пойдем присоединиться. Надо дать должное Хансону вид. Таких оживленных пафосных тусовок я на своем веку не припомню. Присоединяйся к селю быстрее, а то я уже успел забыть вкус настоящего шампанского. Say again? Maintenance area? Where exactly? Wounded or do we have bodies? I'll be at the bar if you need. Если понадоблюсь, я буду у стойки. Присоединиться к Риду в баре по готовности. Welcome. Would you care for a beverage? Politicians, diplomats, celebrities, corporate execs, gangs? Ничего тут так прикольно. Нифига здесь эти люстры до самого пола. А, это типа люстры, но не люстры. Похоже на люстры просто по форме. Что теперь? Если я знала, она не уточнила, зачем нам сюда. Может, выйдем на связь, или... Может, выйдет на связь, или оставит для нас что-нибудь. Ты что-то собираешься делать? Ты-то что собираешься делать? Я думала, у тебя есть план. Я думала, ты уже все для нас распланировал. А, конечно. Видишь, справа от меня в дальней ложе за лестницей человек в камуфляже, как будто только что пришел с полигона. Это владелец черного сапфира и всего песнего города. Курт Хансен проводит вечер в компании комиссара полиции Найт-Сити. Если послушать его речь, так он ненавидит органы правопорядка, но это все мишура. За закрытыми дверями ничто не помешает ему брататься с офицерами. Не подходи к нему, тем более не с ним, не спорь, старайся быть на виду. Или Сойка собралась нас искать, ей так будет проще. А, если. Ей так будет проще. Я закажу что-нибудь, осмотрюсь. Остаемся на связи. Не наседай на людей, это вызовет подозрение. Дело вид, что ты пришла отдохнуть. Походить по ресторану, пока Сойка не выйдет на связь. Просто походите, ну ладно, походим. Ну, ни с кем особо не это. Ой, извиняюсь. И с кем особо типа не общаться, да? This isn't about who has the right credentials. You just have to speak Hansen's language. You think Hansen will agree to revitalize 10% of the zone because of a few trumped up military slogans? That's not what I mean. Как долго нам ходить? Profits and losses in plain writing, without any sugar coating. It's not about your upbringing. Look, I'm a self-made man. Don't mind if I do. A pleasant evening to you. Приятного вам вечера. Here's the deal. Either we get some proof of purchase, or there's another path. Ну и как долго нам ходить? Понятно.
И вон тот тип выглядит один в один, как твой Ронин. Такамура, подойди, Варук, это он. А, точно похож. Ладно, еще разок. Точно похож на Такамуру. Yes. И до Сихину, да? Угощайте. Вы выглядите как мой друг Гора Такамура. Ваш друг тоже вышел из рехаба? Вы его уже нет в живых. Так жаль, искренне вам соболезную. Пожалуйста, accept my condolences. Спасибо. Если могу чем-то помочь, только скажите. You need only let me know. Так, ладно. Пошли дальше. Я вспомнил по какой-то передаче, предостерегали людей от биочипов. Бог с тобой, дочь моя. Может быть, я и ошибаюсь. Так, сюда и нам. Да? Ну, долго нам ходить-то как бы, а? Да, она уже выйдет на связь. О. А, посмотри наверх, на балкон. Да, что ли? А, вот. Так, сейчас я к ней приду. Ви, ты все-таки добралась. О май гад! Выглядишь удивленно этой застрижки? Не, ты как бы робот? Че? Откуда столько хрома? Бечи показывал тебя совсем. Он показывал, какой я была, когда у меня еще не. В общем, черный заслон, сложно объяснить, но путешествие на ту сторону дорого мне обходится. Penetration comes at a price. It's so good you're here. Я рада, что ты пришла. Не знаю, что бы я делала, если бы у тебя не получилось. Хорошо, что мы все-таки виделись, а то наш последний разговор кончился жутковато. Насчет вашего знакомого, нет раннера, который помог тебе подключиться. Я убила его, да? Мы вместе обрекли его на смерть. То, что нас с тобой не убило, что нас с тобой не убило. Мне не хватило времени, чтобы все объяснить. Сол, я сделала столько ошибок. Ничего страшного, Соми. Не переживай, это мы во всем виноваты. Вы? Я знаю, чего от тебя требовали Майерс и ее клика. Они добавили на тебя, давили на тебя, я не мог им помешать. Слушайте, давайте обсудим все это как-нибудь потом. Точно, сейчас нам надо вытащить тебя отсюда. Я не могу уйти. Можешь, не бойся, уйдем так же, как и пришли. И в этом дело, я умираю, Сол, так же, как Ви. А у Хансона есть лекарство, если мы избежим, то умрем. Ее убивает бичип, меня черный заслон, я не могу отступиться. Судя по тону, у тебя уже есть план? Есть, но без вас я не смогу воплотить его в жизнь. Хансен нашел в бункере под песню городом программу, которая может спасти и меня, и Ви.
Чтобы украсть ее у Хансена, мне надо держаться рядом с ним и изображать пленницу. Соня, как же так? Правда, наслаждаться нужного момента. Я останусь здесь, свяжусь с вами, когда получу программу. Буду готова отсюда сваливать. Любишь ты усложнять. Соми, представишь меня своим друзьям? Собака пришел. Редко случается, чтобы я не знал гостей, приглашенных на мою же вечеринку. А память на лица у меня хорошая. Курт Хансен. Курт Хансен. Я Ви. Просто Ви. Мы с Соми давно не виделись, обсуждаем у кого что. А, для меня встречаться со старыми друзьями это как собирать осколки разбитого сердца. Или выбитые зубы. Всегда больно. Я вынужден похитить тебя, дорогая. Пора пара политиков знать сети жаждет с тобой познакомиться. Чтобы держать голодных крыс подальше от пёсевого города, приходится иногда бросать им какие-то крохи. Я в твоем распоряжении, Курт. Капец, она сплошной робот просто. До скорой встречи, Ви. Ой-ой-ой, что это с нами такое? О. Ух, круто заработало. Подключение восстановилось, когда я тебя коснулась. Надо же. Надо переварить все это и выпить. Я буду внизу. Я все придумал, тебе надо только меня выслушать. Что происходит? С каких-то пор пленные разгуливают вечерних платьях по банкетным залам. Да, еще и так мило общается с тюремщиком. Да, игра, Ви, я пытаюсь выжить и добиться своего. Поэтому мне нужно притвориться, что я теперь принадлежу Хансу. Ви, я не все могу объяснить прямо сейчас, но мне очень нужна твоя помощь. Я думаю только о том, как достать нам лекарства, таких целей у меня нет. Звучит довольно сомнительно. Меня тоже все это не радует. Ситуация дерьмовая для каждого из нас троих. Ладно, что за история с лекарством? Нам нужна нейроматрица. Секретная программа тюрьма из скинов из-за черного заслона. Матрица хранится на сервере, который Хансен достал из бункера. Проблема в том, что сервер защищен, а у Хансена нет ключа. Что вообще такое эта нейроматрица? Если коротко, то носитель со скином, который связан определенными ограничениями. И скин способен выполнять то, что указано в рамках этих ограничений. Остальное уже частности. На них нет времени. Рассказывай про свой план. План Хансен завязан на меня, а и двух бывших разработчиков этой матрицы. У них остались коды доступа, которые они готовы продать. Черный рынок, как он есть. Эти ребята дают мне доступ, а я забираю матрицу и прочие данные с главного сервера. Мне нужно работать с ними, нам это на руку. От вас требуется украсть коды доступа и обезвредить нетранеров. Так вы сможете выдать себя за них, чтобы встретиться с Хансом и со мной. Мы ведем матрицу прямо у него из-под носа. Каким образом мы сможем выдать себя за нетранеров? Кража личности специализации нашей конторы. Алекс и Рид знают, что делать. Они объяснят. До сих пор не могу поверить, что именно эти двое будут нам помогать. Странная история с тобой и с Хансом. Что-то мне не сходится. Ты опять не договариваешь. Я раскрою раньше, чем я отвечу на все твои вопросы, Ви. Нам нужна, нужна матрица. Сосредоточься на нетраненных. Они здесь, внизу. Рыжие близнецы, защищенные толстым слоем льда. Просканируешь, как подойдешь. Уходишь от темы. Я оставил для вас разведданные бокали шампанского. Передай их Риду, они вам пригодятся. Мне правда пора, Ви. Надеюсь, ты справишься.
Сойка, ага, отключилась. А чё свет отключился? А чё свет-то отключился? Чё темно так стало? Надо? А, это чтобы танцевать, да? Дискотека началась, это концерт. Так, я надеюсь, блин, а здесь, надеюсь, не это? Не, я смотреть не буду и слушать. Ну, блин, ну, если музыка палевная. О, звука здесь не будет. Логично, нахрен. Потому что вполне возможно, это палевная музыка. Хотя у меня как бы, подожди, у меня же включена это. Так, игровой процесс. У меня же включено, типа... Пропуск видеозвонков от фиксеров. Зачем? Так, аналитика это в плане. Разрешает отправку анонимной информации о действиях. А? Не дам. Так, режим медленного. Так, нет, подожди, это не в игровом процессе раз. Там, где я настраивала, типа этот, как его, режим примера или как он там называется, то без авторских прав и там, допустим, там, где ты и оставила режим там без ноготы, с ноготы. Это просто... Просто... Убрали, что ли, это... Притягивает цены. Убрали этот пункт, что получается, пропуск диалогов. Смотри-ка, походу убрали этот пункт. Потому что я помню, были такие типа настройки. Хотя сейчас, подожди, может... Посреди этого, на карте. Мини-карта. Видео. Походу реально убрали, смотри-ка. Собаки. Ну, здесь, возможно, короче, ребята, если до этого не было звука, и если эта песня палевная, то звук я удалю, и, соответственно, там не будет озвучки. Ну, типа, вообще не будет звука, в принципе. Мне, потому что эти авторские права нафиг не нужны. И так копейки получаю от Ютуба. И как бы еще, если не будет монетизации из-за авторских прав, поэтому мне приходится удалять эти... Звук, получается, вместе с... Там можно, там есть бета-тест, можно удалить только чисто музыку, но это может сработать как-то не так, и как бы вот, поэтому... Я удаляю полностью весь звук там, где есть какая-то палевная музыка с авторским правом. Поэтому если сейчас не будет звука, извиняйте, ребят. Ну уж так уж. Хотя, в принципе, ну я не могу удалить просто... А, саму музыку я могу удалить? Подожди-ка. Не удалить, а вообще убрать. Что в этом месте, возможно... Потому что песня такая, кажется, как будто это. Как вот, я не знаю, такая, не такая, но вот в начале, когда мы начинали этот песик город, у меня там какая-то музыка проскочила, и мне пришлось удалять звук, потому что там оказались авторские права. Так, если я просто звук музыки уберу... А это не звук музыки получается? А что это за... Не радио? Нет, это общий какой-то звук получается. Не буду же я тут удалять Не буду же я тут удалять полностью... Полностью звук и... Даже хз. Общую. Чё, я здесь общую громкость не удалять, что ли? Ходить в тишине из-за этой долбанной... А, вот, отключение лицензированной музыки у меня отключена. Но почему там проскочила какая-то музыка с авторскими правами? Вот она у меня как бы отключена, пожалуйста. Вот отключение лицензированной музыки. Вот отключено. Ну, в смысле, включено, то есть отключена лицензированная музыка. Включение звукообнаружения. Титры как в кино. Вот, нашла, смотри.
Размер текста, размер. Все тогда. Ну, тогда не знаю, если это будет авторские права с авторскими правами, значит, короче, в жопу ее. Так, поехали. Присоединиться к Риду у барной стойки. Все это красиво, но. Вижу, твой спецагент выдал себе спецзадание утопить горе на дне стакана. Отстань. Джонни, ты зануда. Можно я сяду? Поговорила Сойка через биочип, мы с ней снова на связи. Все нормально, Рид? Да, просто нам надо немного подумать. Со мной все так, всегда так, если что-то случается, я ухожу в себя. Кто-нибудь надумал? Ну, теперь мы знаем, кто совершил покушение на Майерс. На кого ты думаешь? Не знаю, как ты, я считаю, что случайность — это последствия событий, о которых мы не знаем. Каких еще событий? Самолет разбился именно в том районе, где правит человек, который нашел секретную бункер или какую-то непонятную программу. Так. Мы с самого начала подозревали, что в наших рядах завелся предатель. Сойка, что ли? Теперь можно утверждать, что за крушением шаттла стояла Сойка. Ну, кстати, возможно, да. Не рано делаешь выводы? Нет доказательств, что она все спланировала. Она могла бы импровизировать по ходу дела. Да что ты, сложно поверить, что она узнала о лекарстве только сейчас. Скорее всего, она договорилась с Хансеном заранее, еще до вылета. Меняла жизнь президента на доступ к программе. Вполне возможно, кстати, да. Продать президента криминальному авторитету — это серьезно. Майерс вынуждала ее переступать черту за чертой, пока Сони не сорвалась. Ну, не знаю, Сон специально наняла меня, чтобы спасти Майерс из шаттла. Вряд ли она хотела убить ее или передать в руки Хансона. Все не так просто, Ви. Думаю, Сойка работала на два фронта, одновременно говорила с Хансеном и с тобой. Ну да, учитывая, как она может делать, то вполне возможно. Сначала договорилась с ним, а потом нашла тебя. Связала с тобой через биочип, попросила спасти президента, чтобы получить индульгенцию. Ты нуждалась в лекарстве, значит, помогла бы, даже если бы план не сработал. Так и вышло. Так и вышло, мы прибежали ей на помощь, Сойка всегда умела планировать на несколько ходов вперед. А вот подстраиваться под ситуацию так и не научилась. В шахматах она была бы известна своими блестящими комбинациями и помрачительными поражениями. У меня впечатление, что она пытается мной вертеть. Вроде бы говорит больше, чем в начале, но явно многое утаивает. Не исключено, осторожность не повредит. Но я хорошо знаю Соми, чтобы она не делала, и важно быть честной. А ты сам что думаешь об этом? Я не уверен, что вся вина лежит на Соми. В нашей работе все не то, чем кажется. Нужно задавать вопросы, если хочешь добраться до истины. Это приходит с опытом. Теперь нам надо вытащить ее из этой отвратительной ситуации. Уж после решать, что делать дальше. Мне нужно только то, что обещала Сойка, мое лекарство. Понимаю, все остальное я готов взять на себя. Ладно, оставим рассуждение потом. Она тебе сказала, как ей помочь? Чтобы получить программу, которая нам с ней нужна, придется встретиться с Хансом. Но потребуется подготовка. Мы должны прийти на встречу как пара нейтральная. Для этого нам надо украсть их личности, чтобы это не значило. Отиск личности? То есть работаем как в Колумбии? Что это за люди и где их найти? Погоди, а как это делается? Ты знаешь, как украсть личность?
С помощью мегатроптных технологий ФРУ ты видела, как Алекс ими пользуется? Твой вид, голос, поведение становятся такими же, как копируемой личности. Нужно только просканировать эту личность. Прикол. Наша цель — рыжие близнецы. Только оставил мне щепку, посмотри, наша цель — рыжие близнецы. Брат и сестра, они где-то тут среди гостей. Надо узнать их больше, взять пробы эмоций. Нам с тобой предстоит их разговаривать и просканировать. Интересуется мода, любит Силькери и Вадим? Вроде несложно, но так что за работу? Вот они. Ого, как ты быстро их вычислил. Я давно на них поглядываю, они выделяются даже из такой толпы. Кажется, хотят сыграть в рулетку. Алекс, ты на связи? Так точно, готовлю программу. Это твое первое задание, поэтому я буду тебе помогать. Ты сканируешь одного, я другого, Алекс нас ведет. Блин, я бы серию уже заканчивать, чувак. Ви, я поделилась с тобой нашим оперативным бюджетом. Купи фишек и сыграй с ними, только не всади все на первом кону. Походим поодиночке, ты меня знаешь. Так, ну может быть это уже в следующей серии. Потому что это... Чувствую, квест затянется. Кстати, с рулеткой нам повезло. А, игра располагает человека к эмоциям, к радости, при победе, отчаянию, при проигрыше. Нам это и нужно. Окей. Ну, это мы уже будем делать в следующей серии. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, оставляйте свои комментарии. Всем до встречи. Всем пока-пока.